Клининг, все вокруг убираются, я потом поеду на прямой эфир, помните, у нас сегодня с госуслугами. Я пока вот начала разбор наших любимых настолок, потому что сейчас они у нас в ходу, пока мы болеем. Сейчас вам тоже покажу. У нас самый любимый с Дуней, пока мы болеем, в этот раз это домино, такое классическое, на больших костяшках. И две у нас новые есть игры от Dodo Land, ну, это такой сейчас очень знаменитый магазин, у них большой выбор настолок. Вот это легендарная игра «Базар», она развивает креативное мышление. Дуняш, помогай мне открыть, покажем, как это все внутри выглядит. Второй день мы в нее зависаем, есть инструкция на русском языке, описание очень простое, понятное. На самом деле очень просто играть, но мне нравится качество исполнения. Прям приятно брать в руки карточки. Давай ты достань все внутренние составы игры. Никаких тут, знаете, заусенец, никакой опасности. И при этом это действительно хорошо влияет на развитие. И вторая игра от них же. Это вторая игра, называется «Марбушка». Она такая, знаете, про фантазии, про экологию, про то, как важно заботиться о том, что вокруг тебя. Посмотрите, какие классные фишки, что ли, даже фишками их не назовешь, персонажи, растения всякие красивые. Сейчас вот мы соберем поле, оно собирается по принципу пазла, и игра очень интересно выстроенная. На самом деле она вызывает в детях очень, да не только в детях, положительные эмоции. Рассчитана на детей от 5 лет. И вполне они уже понимают и правила игры, и принимают их. Да, бриллианты. Дуня их называет бриллиантики. Вот такие здесь есть кристаллы. Очень качественное исполнение. Дай мне выбрать персонаж. Вот такой мне нравится. Все спрашивают про матрешу. Вот она. Кашель у нас есть пока. А так мы получше. И динозавров у нас вот там много в ящике, да. Мы накрываемся здесь вот полотенчиком и лежим, так отдыхаем. Сегодня папа на хозяйстве, мама поедет на работу. На улице непонятно по чьим заявкам, не по моим точно. Зима. Посадила их играть. Сегодня папа на хозяйстве, клининг уберется. Против часовой стрелки. Сейчас папа прочитает инструкцию, это надолго. Такое, видите, черепелиные яички. Видите, какое красивое поле. Классно. Присоединился третий участник. Я пошла одеваться на работу. Ждите прямой эфир. Я приехала после прямого эфира. Теперь собираюсь в школу на собрание. Завтра у меня тоже целый день съемка, поэтому вы меня не теряйте. Матрёша получше была сегодня с папой. Хочу вам сказать, знаете, какое счастье, когда есть возможность вызвать клининг. Но особо это счастье, когда ребенок болен, потому что совершенно нет сил ни на какие уборки. Да, котик хочет провести время с ней. Клининг, конечно, очень выручает. Многие просят сказать, кто у нас в бригаде в нашей убирается. Но я не скажу, потому что потом боюсь просто эту бригаду потерять. Мне хотелось бы, чтобы они продолжали ко мне выезжать. Но, судя по вашим откликам, все, кто работает в этой клининговой компании, очень хорошие, очень хорошо выполняют свои обязанности.